Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. У нас карта называется «Поля смерти». Вперед! Вперед! Давай, Дима, 12 волн у нас. Сейчас нужно сориентироваться. У нас двое ворот, но и два портала при этом. И два прямых туннеля у нас здесь. Да. Ну, плюс имеется у нас много чанов с раскаленным непонятно чем, но, наверное, это все-таки металл. Или масло. Или масло. Сливочное. Ну, где ставить будем? Картошку жарят. Масло из Макдональдса. Портал в конец ведет, да? Вроде. Да, по прямой прям. Да, ну смотри, сколько у нас, 5000 сейчас? Пятачок. Вот здесь они пойдут вот по краям, вот через эти вот решетки, непонятно, что там... Скорее всего, да. Поднимается какой-то дым или пар. Ну что, будем брать заклинательницу с собой? Да давай возьмем, конечно. Что мы возьмем? Опять усиление. Давай усиление возьмем. Бери, что нужно, и иди. Беру. Превосходно. И у нас остается 3800 монет. Mm-hmm. Смотрим, давай, что у нас тут есть. Ух ты, вот это царь-пушка у нас тут. Почему царь-пушка? Царь-меч. Вообще мощный, хочешь сказать? Ну, он так, нормально жарит. Ну, кстати, да, 1200 стоит. Баррикады возьмем, все стандартное берем. Так, и возьмем... так, чтобы нам... Вот эту говняшку мы убираем. Возьмем лучников и... Вот этого, командоса. Смотри, у нас орк в доспехах. Огр в доспехах выдерживает огромное количество, огромное число ударов. 110 портальных очков. Порванных очков в 10 стоит. А у нас всего 30-ка, поэтому нам нельзя допустить, чтобы он добрался до нашего портала. Ну давай. С какой стороны будем ставить? Давай, соображай. Да с любой стороны, у нас средств-то с тобой, так сказать, не очень много. Ну и поэтому давай. Такие? Так. Такие простенькие. Ну ладно, давай попробуем, конечно. Ну, кстати... И давай-ка мы, знаешь, что сделаем, раз тут такой замес идет у нас, вот так и завернем здесь. Как тебе идея? Ты знаешь, на самом деле я бы еще бы поставил вот этого Магарыча вот здесь, вот, в конце. Ну зачем в самом конце-то? Он будет стоять уже. Будет последний шанс у нас. Сколько? 1200 стоит? Поехали. Да. А что 1100 не потратил? Вот это вот мне интересно. Я, ну, сейчас, кстати, ты угадал с другой стороны поставлю. С обходом угадал. This is good. It's not а куда, bad. Слушай, куда они бегут? Да куда-то же побежали. Куда-то же бегут они. А, они просто непонятно по какой траектории бегают. Давай, замораживай. Что-то как-то они очень круто пошли. Тут, походу, надо баррикаду делать. Слышишь, что творят, а? Ну что, справимся, как думаешь? Да я думаю, да. Сейчас я постараюсь это все исправить, то, что я натворил. Ну хорошо, хоть здесь не эти быстрые, юркие, маленькие орки. Еще не вечер. Еще не вечер? Так. Ну-ка давай посмотрим, как он работает. Ну-ка. А ну маха. Ну вообще ничего не делает. Тюфяк. Ну. Слушай, сейчас его еще заложат здесь. Вообще жесть будет. В общем, нам где-то на сужении нужно работать. Я думаю, вы здесь вот. Почему здесь? Потому что здесь очень широко. Сейчас вторая откроется. О, да! А там вообще ничего нет. Вот эта проблемка большая. Давай что-нибудь ставь. Оп, оп. Давай, 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 давай. Ставь. Еще. Шикарно. Стрелы бы надо было, конечно, там по бокам расставить. А ну разошлись! Работает московский ОМОН. Попробуем магии запустить прям туда, в гущу в этом. Шикарно. У-у-у, смотри, ловушки как раз активировались. Весьма вовремя. Ну-ка, ну-ка. Мы сможем это? Да сможем. Сделать. Сможем. Шикарно. Шикарно. Здесь нам тоже, опять же, предстоит с тобой выдержать 10 волн. Ну-ка, давай-ка. Все, не хватает. Как думаешь, может быть, сейчас уже с двух они попрут? Да, с двух прут. Тут же можно пробежать, да? И там быстрые. Ну, там, перед воротами можно бегать. Я понял. Шикака, шикака. Бомби его. Бомби их. Там, смотри, пробегают сейчас. Назад бежит. Шикака. Быстрее.
Е! Вон, давай вот этого вали. Эх, походу один спокойно, пробежит. Спокойно, спокойно. Не, один, кстати, там не пробежал. Так, а теперь пошли орки. Чё-то как-то сложноватенько, да, тут стало вдруг? Запахло жареным. Да не то слово. Так. Сейчас мы все исправим. Так, все, давай. В другую сторону. В другую сторону. Быстрей! Заряжай. Не получается. Я что-то не зарядил. Эй-эй-эй! Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Старайся, старайся. Проходят? Нет. Бомби, магии. Да ладно, никто не прошел. Никто не прошел. Так, у нас пауза. Ну давай как-нибудь это сделаем, так, чтобы они уж точно не проходили. Давай вот здесь разбирать тогда то, что мы натворили, и ставить баррикады. И делать мясорубку, нашу любимую с тобой. Ну да, давай. Так, баррикады ставь. Слушай, это было вообще жестко. И где наша мясорубка? Так, хорошо. Так, это продаем, ставим мясорубку. И здесь ставим мясорубку. Да? Ну и стрелы вот там вот на ту стенку вот. А, нет, не ставится. Давай, вот так вот мясорубку, а здесь уже поставим стрелы. Ну, да, стрелы. Так, вот эти вот, наверное, убрать. Убираем, да? Да. Убирай. Эти тоже убираем, ставим баррикады здесь. Нафига? Чтобы был только один проход здесь. Так, именно так его протянем. Так и будет. Так и будет? Ты вперед, значит, туда поставь, пожалуйста, тоже что-нибудь. Почему они здесь только начинают подвергаться какому-то... насилию. Воздействию, да. Так, ну тут, так. Тут я бы стрелы поставил еще вот здесь. И стрелы бы ты поставил. Ну давай, да, поставим. Сколько они стоят? Еще ставь. Вау-ра! Вот и все. В общем-то, будем считать, что этот... Ты не забывай, вот там проход все-таки впереди. Спереди есть. Не нужно бегать, ну, тратить хорошо. Время. Поехали. Поехали. Дим, нам влево сейчас надо. Ты уверен? Ну, уверен, естественно. Давай, бомби их. Чем быстрее ты здесь с ними расправишься, тем быстрее мы сможем с тобой переключиться на тех. Так, работаем, работаем, работаем с ними. Ну, как-то они не кучно совсем. Вот этого давай. Забомбим гнола охотника. А-оу. Там хорошо, хорошо жарят. О-оу. Вот эту группу. Че, их тут несколько, что ли? Эй! Работай, работай с ними. Сзади тебя гасит, по-моему. А, нет, это я тут. Слушай, шикарно. Магия. Шик блеск. Так, и... Давай, успеваем. Шикака. Это из какого фильма что-то знакомое? Шикака. Там это еще этот играл. Джим Керри, да? Да, 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 да. Я помню вот эту сцену с вождем. Эй. Да. Эй. Давай-ка, еще расставляй. Во. Так, и там слева побежали, Дим. Все, бегу. Давай, выбегай прям и... В спину, в спину. Пали. Да-да-да-да-да-да. Ты куда палишь? Дальше туда. Шикака. Шикача. Магия. Магия Дэвида Блейна. Слушай, смотри, хорошо, толпа. Да. Толпища. Продолжаем мы стрелять наших зеленых гномов. Там мы с тобой сейчас после этой волны немножко усилим. Быстрее работай, быстрее, 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 быстрее работай. Так, прорвались, Дим. Вижу. Сейчас шикарно там работает у меня. Быстрее, 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 заряжай в них. Прям сразу отсюда. Отлично. Давай, там тот задержал их. И... Отлично! Yeah! Так, быстрее, давай на ту сторону, Дим. Бегу. Нам нужно срочно там еще, наверное, усилить. Да, вот такими, наверное, штуками. Давай, вперед, 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 вперед. Вот так. Давай, выставляй. Отлично. Все, переключайся на другую сторону. What the fuck ты делаешь? Спокойно. О, опять это идет гном. Ты смотри, какой творит. Гном. А, этот, охотник. Заряжай, что ты не заряжаешь-то? Спокойно. Оу, е. О май гад, был. Неплохо, неплохо, неплохо. Сейчас он тут валит им по первое число. А там смотри, там не проходит. Они завалили его. Завалили. Магия. Где магия-то? Че, магия? Нет. Спокойно, спокойно, спокойно. Во, нормалек. Давай теперь
вот с этими. Так, у тебя тут просто куча. Оу, е. Так, справа у тебя все чистенько, Дим. О, отлично. Мы с тобой на тридцаточке пока держимся. 30 портальных очков у нас с тобой по-прежнему. И все, это последняя волна. И готовься сразу быстренько ставить. Не забывай, кстати, действительно вот эти штуки сливать. Ой, и двое даже. Ну, ну пусть двое. Теперь двое. Так, ну у нас с тобой появилась небольшая пауза. Да, поэтому мы денежки с тобой. Я курить пошел. Курить вредно. Итак, делаем дальше. Что мы с тобой можем здесь сделать? Баррикаду я бы сделал. Еще одну? Угу. Нет, не здесь, естественно. Дальше туда? Нет, начало. Начало? Конечно. Ну тут... А, вот здесь вот. Вот здесь. Вот тут, наверное. Вот здесь. Ну подожди, ну ты посмотри, как они бежать могут. Тут же широко. Широко. Ну придется много баррикад делать. Вот туда, так. Туда, туда. Да, вот, вот, вот здесь. Нет. Вы здесь. Нет, ну вот тут где-нибудь. Вот здесь. А как же здесь они пойдут? То есть надо раз, два, три, четыре, пять баррикад ставить. Ну чтобы... это дороговато на самом деле. Да. Слушай, нам проще на 4500. С этой стороны просто поставь еще одни стрелы. Это дешевле, мне кажется, будет. Как считаешь? Вот так замастить, да? Да, конечно. Ну давай попробуем. Это, конечно. Вообще замечательно. Ну все, только ты влево перебегай, пожалуйста, сначала. Все, бегу. Они выпускают. Ты выпускаешь, и потом только бежишь. А надо сначала прибежать, да, встать. Пока они выбегут. Вон, смотри, там тоже мелизга вот это бежит, но вроде не проходит там. Хотя, ну, будь начеку, во всяком случае. О, уничтожили. Ну и пошли всё, вроде нормально. Обычные орки. Это, не очень-то и сложно. Вот, кстати, здесь ты хорошо поработал. И там просто огромнейшая куча. Офигеть. Ну, сейчас стрелы давай. Их там завалят. Да, все, поредели сразу ряды этих. Да, там кучу быстро замесило. Так. Ну, хорошо, что мы здесь с тобой разобрались, что нужно делать. Следующая волна через 7-6-5 секунд. Доставляй. Доставляй. И на пол что-нибудь поставим тут. Да, вот типа вот такой фигни. Все, работаем. О, лучники. Не забывай выливать масло. Масло. Там, кстати, походу тоже такой же здоровый пошел. У тебя ледяная штука есть. Угу. Ну-ка, и последний еще раз. Ледяной. Оу, е. Да все, можешь расслабиться. Уху. Забомбишь его вместе с этими сразу. Не переживай, самое главное. Да-да-да-да-да-да-да. Так. Ой, как там все чисто, а? Слушай. Туда может даже уже и не бегать, по-моему. Ну, мы сейчас там что-нибудь еще с тобой придумаем, потому что нам необходимо будет еще три волны выдержать. Давай на пол, я думаю, что таким же образом будем ставить сейчас с тобой. Прыжочек. Кривовато поставил. Ну ладно, бог с ними. Бог их судья. Все, беги на ту сторону. Серия убийств у тебя. Просто в автоматическом режиме. 10. Эх, ты ж не получилось немножко. А вот так вот огненный удар, он так смотрится эффектно, конечно. Особенно когда в толпу попадает. Гнул охотник. Ну-ка, давай, кайф, самый покажи. Стрёмный. Сейчас вот работа для твоих ребят будет. Да, Нис. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, помогаем. Заряжай, заряжай, заряжай. Замечательно. Слева вообще. Тишь да гладь. Ну и? Ну вообще, просто. Просто профессионал. Всех? Про. Всех положили в кровать. Почти. Спать. Масло. А слушай, они, смотри, под этот чан, они намеренно, по-моему, не подходят, да? Все. 5200. Я уж даже не знаю, что там ставить. Давай там сейчас разберемся, тихонечко все поставим, расставим аккуратненько, а то я тут спешки сделал. Сейчас мы все это вернем и сделаем аккуратно и красиво. Итак. А что планируешь сделать? А, вот здесь прям. И прям. Прям на край туда. Они по краю бегут. Вот там по краю. Вот так ставить? Да, 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 да. Вот так вот здесь. Да. Сейчас мы воткнем. Сюда тоже втыкай. Ну, блин, у тебя еще 5200 осталось, офигеть. И рядом вот с этими шипами тоже. Это будет больно. О, да.
Да, тут, наверное, уже не стоило. Ну, ну ладно, давай, в общем, пол превращай. Все, здесь, наверное, хватит. Ну, одну сюда втыкай и давай на другую сторону. Давай на другую вот уже начнем делать. Штуку тоже поставим. Давай, наверное, здесь стрелы в стену поставим. Еще на одну хватит? Давай. Да. Все. Поехали. Поехали. Ждем. Десятая волна, друзья. Вперед! 11. Как кегли. Серия, смотри, какая была неплохая. Весьма-весьма. Слушай, как кегли. 15, 16, 17. Опять 17 только. Ну вот почему только 17, а? Ничего, то ли еще будет. Все, дожидаемся окончания раунда. Справа нет, там нет, бежит там кто-то. Кто-то. Да не надо его трогать. Он сейчас умрет. Хорош. Давай здесь выставляем. Все, денег нету. Откуда мы столько заработали, что поставили столько ловушек? О! Взрывоопасные скоты. Давай, бомби его. Нифига. А там пройдет он? Чё-то какой-то он там странный слишком. Не-не-не, не пройдет. Пройдет. Пройдет, да? Не прошел. Ну там все выстроили четко. Сделаем страйк. Давай, на 5 черепов рассчитываю. План 5 черепов принести. Как на Олимпийских играх. Вообще копилку, да. Работай на золотой медаль. Ну что, с другой стороны, значит, ставить? Давай, конечно. Все, шикарно. Шикарно! И снова вот эти лучники. Смотри, тоже под выстрел не вставай особо. Так. Слабоватенько. Ууу, бронированный побежал. Причем, наверное, не один. Ёшкин кот. Обалдеть. Орк в доспехах. Чё-то стрелы наши. Как-то... Чан выливай. Нет? Отлично. Справа там... Жопа? Нет, нормально пока. Так, справа прошел. О-оу! Сейчас, подожди. Терпение. Справа беги. Быстрее вправо. Там беги. Один он. А здесь их много. Портал прошел. Фак. Но мы все равно закончили. Да. Ну обидно, конечно, что не получилось. Прошли они. Один. Два. Два прошли, блин. Ну ладно. Да чё, ладно. Хороший результат. Самое главное, что мы все выдержали. Что это такое? Знаний. Вот так. Ксения Собчак! Я тебе говорю. Знаний.